У Гомельской областной библиотеки имя Ленина прошла презентация новой книги Галины Радивоновой, поэтессы и прозаика, выконавцы авторских песен. Литературное выдание называется «Ничто не выпадково» и является пятым по лику у письменницкой деятельности автора. Книга представляет собой сборник прозаичных оповяданий, раскрываются остро-социальные темы ставления громадства до людей и помеж людьми. Галина Радивонова начинала свою письменницкую деятельность поэзии. Сборники ее верши признавались лепшими у многих литературных конкурсах. Вот кусочек солнца, который получила диплом за солнечное творчество на германском конкурсе «Лучшая книга года». Но как-то именно в поэтических строках я не могла как бы развернуться, показать больше. Поэтому перешла к рассказам. И стали получаться. Конечно, мне помогали коллеги, потому что я сама не литератор, не филолог, а технарь. И всю жизнь отработала на производстве на наших заводах. Те, кому уже довелось прочитать книгу «Ничто не выпадково», охарактеризовали ее как сборник житевой правды. Выдание можно найти в книжных магазинах, а так само на полиции Гомельской областной библиотеки имя Ленина.